Итак, ребят, всем здорово, продолжаем. Проберитесь на подлодку до того, как она челит. В прошлой серии мы убили Маккова, который бегал с пулеметом. Мочил нас как только можно. Сейчас будем пробираться на подлодку и валить всех дальше. Попробуем завалить капитана. Насколько я помню, мы здесь будем конкретно валить капитана. Этого, который с этим Марковым-то общался постоянно. Мы их еще разговор подслушивали. Документ. Что было на самом деле? Мы с братом поехали на рыбалку. Я там такую рыбищу поймал. Вот такую, ёпта. Ой, какая-то баба сисястая. Патроны 9 им. Ой, оу. Охренеть просто, а? Нет, вы это видели? А гранат ему в башку стукнулся. Он такой, ёб твою мать, что это было? Офигеть просто. Да дохни ты уже, срань такая, а? Ай, хрен с тобой, ладно. Да, прикольно, ничего не скажешь. Весело, задорно. Перезаряжаемся. Что-то оружия у нас не больно-то и много. О, мать твою ж. Это какой дурак сюда будет добавлять крючок, вентиляцию? Для какой цели, интересно? Для погрузки чего-либо через вентиляцию, что ли? Интересней. Тут-то ладно, понятно. Ой, блядь. Я тебя тоже почти не слышу, так как я сдох. По-видимому, это работа Стива Роланда. Что? Что? Ой, зря это сделал. Идем. Так, документы. И что она себе воображает? А что было на самом деле? Блять, бей его. Ну вот и далее прямо кулаками всех замочили. Ну, как всех, одного. Закрыть люки. Блять, ладно. Давайте нормально. Установил погрузку. Ты слышал? Давай. Что она себе воображает? Дежурный офицер, зайдите в управление. Идем. Так. Идем. Мы уже бежим, ребята. Только нас тут задерживают какие-то твари, но все равно мы уже бежим. Давай. Вот так вот, ребята, мы типа скрытно пробираемся на базу. Как видите, тут стелс толком-то никакого нет в этой игре. Ну, почти никакого. Ну, давай, дохни. Ладно, хрен с ним. Бля, это что, они взрываются? И ни хрена. Отлично. Да. Терпение, мадам, терпение. Я вот не понимаю, зачем вот это здесь кошка, ну, как,
не совсем кошка, а отверстие для кошки. Боже мой. Ого, ни хрена себе. Тарзан, ё-моё. Отверстие для кошки. Крючок, короче говоря, отверстие. Ага, что там еще одна? Такая же, да, ну как всегда. Мяу. Идите. Блядь. Назад, блядь. Добей его так-то быстрее, мать твою. Сука, бежим, 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 бежим. Бля, вот какой он мазил. Вот что я, что он, оба мазила. Сколько у нас там аптечек? Две аптечки маленькие. Обалдеть. Или большие. А, слушайте, большие. А, нет, ни хрена, маленькие. Твою мать. Бля, и как отсюда спускаться-то? Бля, 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 бля. А, стой! 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 Аларм! Такс. Бля, 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 бля. Последняя птичка была, ребят. О, мать. Пиу, 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 пиу. Дай ему в башку, ну. Ох, мать твоя. Ты куда? Ты что творишь? Наглец. Блин, подбирай скорее, ну. Ужас какой, а. Фух. 5 пуль всего? Офигеть. Много, много. Всему свободному персоналу прибыть на ракетную палубу. Нифига себе, тут база, капец. Просто жесть. Твою, а? Да сколько же вас там? Охренеть. Вот сейчас бы, кстати говоря, самый миссию вам здесь. Так, арбалет, арбалет, арбалет. Зараза, я стрел забыл взять на арбалет. Сейчас можно было беспалевных убить. Но я стрел забыл, так что обоймись. Помню то, что у нас аптечек нет совсем. Так что надо быть поосторожнее. Блять, мужик. Блять, ну ты кос... Ёб твою мать, ну все это пизда. О, ну хрен с ним. Ну все это пизда. Бля. Отлично. Блять! Так, отлично, отлично, отлично. Уже не с самого начала, это уже радует, по крайней мере. Пиу, 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 пиу. Отстреливаю! Да умри ты, зараза, бля. Сколько можно, а? Вы что, издеваетесь, что ли? Бессмертные какие-то. Такс. Куда пошел, стой? Да за... Блядь. К черту. Ни хрена себе. Давай, давай, давай. Отлично, готов. Бля, надо патроны экономить для этой эмки. Потому что если патроны кончаются, мимолет. Перезаряжайся быстрее. А птичек нет, опять. Всему свободному персоналу прибыть на ракетную палубу. Блять. Да. Так. Дежурный офицер, пройдите на палубу. Здесь должна валяться аптечка хоть какая-нибудь. Нет ничего? Бля, фигово.
это такое? О! Опа-на! Ребят, лазейку нашли, ребят, смотрите. Мать твою ж. Здесь так легко упасть. А, тайничок. Блять. Блять. Все, просрали тайник, ребята. Просрали тайник. Быстро. Давай, три. И давай, Тарзан. Отлично, красавчик. Ой, красавчик-то какой. До тайничка добрались такого обалденного. Сейчас мы здесь всех перестреляем к чертям собачьим. Ну-ка, кто там по мне стреляет? Кто у нас такой любитель? На крючок. Блять, ты где, тварь, а? А, ну ладно. Можно с этого начать. Кто у нас там любитель пострелять? Ну, курок понажимать. Ты? Да? Ну на. Так, отлично, трое есть. Окей. Бля. Твою мать. Опускайся, опускайся быстрее, блядь. А, сука, нет. Блядь, пизде. Ну как так-то, блядь? Ну так все хорошо шло. Вот пипец, бля. Ну что это за черт, а? Ужас какой, а? Ну это в жопу. А, им в жопу. Давай, подходи уж, чё. Сейчас тебя встречу. Встретим. С почестями, так сказать. Отлично, сейчас сдохнет. Одна пуля в башку, и все, готов. Так, еще один там. Бля, еще один. Ладно, что хоть они все по прямой бегут, так их легче перестрелять намного. Давай, давай, давай. Вот зараза блядская, а. Сука, так, иди-ка сюда. Ой, я что-то пропустил, а. Там, конечно, не аптечки, но... Хотя там и аптечка есть, на самом деле. Хотя не, нихуя нет. Да. Так, ребята, извиняюсь. Зато у нас 4 подствольные гранаты появилось. Идем, идем. Так, ворота закрываются какие-то. Что за ворота, не пойму. Что за ворот? А-а-а, не успеем, ребята, не успеем. Хотя не успеем. Блять, не успели, сука. Надо было граунд кидануть туда. Мы там чувака замочили. Ну ладно. У нас там в любом случае открыты двери. Блять, 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 блять. Какого хрена, какого хрена? Откуда вы взялись? Ёпта. Мать твою, откуда они взялись, эти чёрта вонючие? Ну, в принципе, ладно, у нас куча гранат, попробуем замочить тогда тех ребят гранатами. 7 штук гранат, ребят. Мы как ходячая бомбардировка, ё-моё. Бля, как сейчас все трудно будет, а? Да стой ты, дурачок! Да куда ты пошел? Ох, ох, мать твою, а. Ну-ка, три. Три, два, один. Что ж ты творишь, мать твою, мужик, ну все, ну тебе пизда, мужик. Блять, ну что за охрень, я не пойму, что за нахрен такой, почему там аптечки ни хрена нету, бля. Вы ублюдки вонючие, где аптечки, ты урод. Суки такие, а. Смотрите этих тварей.
Да стой ты, зараза, бля, дайте в башку попаду, или тебе хотя бы. Ладно, эти двое сраней, они сидят, так что их замочить, в принципе, легко. Вот один готов. Второй здесь сидит, да? Там еще один сейчас придет. Их тут в общей сумме 4. Четверо. В жопу. Блять, давай, Так, так намного проще. Так, помним про то, что у нас там сзади что-то валяется. И это что-то я благополучно пропускаю постоянно. Твою мать. А взломать не вариант? Мне интересно, почему они на тревогу не нажимают. Я, по идее, уже давным-давно себя спалил. Так, быстро валим. Убиваем того чувака ракету около двери. Не ракета, а подствольным гранатометом. Потом убиваем те двоих. Так, закрывается, закрывается, закрывается. Внимание. Внимание, внимание, внимание. На те, сука. Так, теперь эти двое. Выходят они, по-моему, из машины, да? О, отлично, надо было сразу грузовик подорвать и не париться. Они во втроем все легли за один момент. Так, окей, окей. Одна подствольная граната. Надо сразу взять стрелы, сейчас постараться. Я, правда, не понимаю, как там беспалевно можно все это сделать, потому что это нереально просто-напросто. Так, окей. Посмотрим, что у нас здесь. Ага, тот сдох. Давай, 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 вон еще один бежит. Да стой ты, бля. А, попал ему один разок. Правда, не знаю куда. Так, давай, 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 сейчас сдохнет, отвечаю. В башку попал еще раз. Бля, один выстрел, в башку остался. Стой, зараза. Отлично, готов. Так, молимся, молимся, молимся. Ага. Отлично. Какого хрен? Давай, опа. Давай, чувак, ты должен успеть. Отлично, красавчик. Кто у нас там такой умный, а? Бля. Я ж тебя убил, ты! Беретта, бля, грёбаная. Бля, я в него гранату свою пустил, как он вообще мог выжить, я не пойму. Так, теперь давайте вспоминать, где я сдох, потому что я, честно говоря, не помню. Так, ладно. Бля, не, здесь спускаться, это пипец. Хотя... Опасно, очень опасно, ребята. Опасно, опасно. Вентиляция. Вижу вентиляцию. Не больше здесь никаких у нас тайничков? Вроде как нету. По крайней мере, я не вижу. Может быть, снизу есть, но ладно. Так, капитан входит на борт. Надо действовать быстрее. Хотя, по идее, от наших действий почти ничего не зависит. Какой бы скоростью мы здесь не действовали, капитан всегда пойдет в одно и то же время. То есть... У нас есть куча времени, это же все-таки миссия не на время, еще. Тем более сейчас будет конец. А, нет, ни хрена. Ой, мать твою, ой, мать твою. Что? Серьезно, бля? Пиздец. Ребята, я извиняюсь за мат, но у меня просто слов нету, бля. Вот меня эта игра научила тому, что нужно всегда обыскивать своих противников, потому что мне сейчас попал с маленькой аптечкой. Конечно, мелочь, по сути, но все равно аптечка-то здесь... Как это дикое спасение на самом деле здесь. Тем более я еще легкий кучу всякой брони понабрал на сотню, как видите, да? Где-то даже шлем откопал, капец.
Так, я понял, почему я там сдох. Короче говоря, там не нужно вот так вот прыгать, как дурак, да? Там нужно... опять бы вам кошка зацепиться. Вот этой вот байдой. Я просто не посмотрел. Я просто помню то, что я в больнице прыгал на чувака, и он как бы смягчил мое падение. Но про это здесь совсем забыл. Вот сейчас надо, скорее всего, ждать, насколько я помню. Бля. Ой. Тэп. О, нифига себе, у него пулемет. Охренеть, бля. Охренеть, у чувака пулемет. Вовремя додумался стрельнуть у него из этого, как его. Ёб твою мать, блядь. Я просто их очень боюсь, потому что они реально столько урона сносят, что капец. 27 пуль! 27! Вы серьезно? Так, отлично, ты готов. Теперь ты, чувак. Все. Так. Ищем. Сохраняемся. Убрать кран. Не надо ничего убирать, ребята. Не надо ни в коем случае ничего убирать. Отдать концы. Какие концы? Стой! Я так понимаю, мне надо нырять. Так, и что, мне вот туда заплывать, да? В отсек, откуда торпеды запускают? Или вот сюда? Чуть не пойму. Не надо ничего отдавать. Слышите меня? Рано еще. Либо сейчас под подводку надо заплывать или что-то. Я что-то не понял, куда надо идти сейчас. А, вон там что-то... А, это обычный этот. Не надо никуда отплывать, бля. Ага, вот, ребята, вот это самое то. Welcome. Заебись. Все, четко. Четко, ребята, четко. Вот, ребята, давайте, пожалуй, закончим. Спрячься в офицерской каюте. Не убивайте капитана. Странно. Его не надо убивать. Странно. Ладно, ребята, еще раз всем пока, удачи, потом продолжим.